Шапочка, кто забрал ваш телефон? Мой телефон волка. Волки? Да. И не отдают? Да. А ты хочешь, чтобы телефон отдали? Да. А кто за телефоном пойдет? Ты. А почему я? Я тоже волков боюсь. Не надо бояться игру. Они добрые? Да. А ты не хочешь к добрым волкам сама сходить? Они не ходят сами нам ходить. Да? Ты не хочешь пойти? Да. Должен папа пойти? Да, должен ты. А может они мне не отдадут твой телефон? Это ж твой телефон. Да. И что тогда будем делать? Тогда ты пойдешь? Да. Ну тогда иди сразу к ним. Скажи, волки, отдайте мой телефон. Я хочу мультики смотреть. Я хочу мультики взять, волки. Верните телефон, да? Верните телефон, да. А если не отдадут? Да. А если кусаться начнут? Нет, они не кусаются. Волки? Нет. Они же большие. Они летают. Летают волки? Да. Это не волки, волки не летают. А другие волки, у волок нет ножки такие. И что? Они умеют, чему рычаг такие волки. Это драконы какие-то получаются. Драконы летают много. Драконы летают? Да. А волки? А волки тоже могут летать. По-моему, волки не летают. Ну, летают. Может быть, не летают? А может, они летают. Они летают. Я. А почему к волкам должен идти я? Волк, ты не боишься. Я не боюсь. Я очень сильно боюсь волков. Ну, я еще для тебя не боюсь. Почему? Волки тебя не тронут. Меня не тронут? Да. Потому что я большой? Да. А ты маленькая? Нет, а я большая. Ты большая? Ну, а тебя не тронут? Вот. А тебя не тронут? Нет, не тронут. Ну так сама иди к волкам. Давай вместе идем. Куда? Волком. Вместе? Да. А мы не будем бояться тоже. Мы идем палочки сяги. Даем брысь отсюда. Волки. Скажем, брысь волки? Да. На. Палочки. Нет, я не хочу. Иди сама с двумя палочками, иди к волкам. Нет. Семь. Нам идем. Пойду.